Итак, всем привет! Сегодня я снимаю видео про своих перепелов. Где-то примерно 2 месяца назад я выкладывал видео с 7 оставшимися перепелками. Как я уже говорил в прошлом видео, у нас коты почему-то едят перепелов. Именно из всех цыплят, что сидят в клетках, выбирали именно перепелов. И вот я взял клетку 25 на 25 сетку и вот такой пластмассовой сеткой накрыл для подвязывания огурцов. И недавно приобрел 10 фараонов. Это 2 семьи из 8 самых и 2 самцов. И еще одну породу. О ней я скажу в конце видео. Вот здесь вот остался один смокинговый. Смокинговый и 6 техасцев. Из 6 техасцев здесь 3 самца. Из 10 фараонов, что мы купили, осталось уже только 7. До них уже добрались коты. Они у нас сидели в клетке из шкафа. Сейчас ее покажу. Сидели они у нас вот в этой клетке. Эту клетку я сделал из шкафа. И постелил такую сетку из склона, чтобы яйца скатывались. А коты через вот эту вот щелку брали, вытаскивали перепелов. Это порода английская черная. И ее тоже брал 10 штук. 8 самок и 2 самца. И ее уже осталось. Их тоже осталось только 7 штук. Котов мы уже за километр к дому не пускаем. Кидаем в сарай коровам, им там нормально будет. Здесь без яйцесборника. Уклон к стенке. И яйца скатываются к стенке. И вот это вот все фигня. Клетки обязательно должны быть с выкатом яиц за пределы клетки. Я видел на просторах Ютуба видео, где делают клетки для перов, для перепелов из 2 ящиков из-под фруктов пластмассовых. Вот максимум кого-то можно хранить, держать, так это самцов, так как они яйца не несут и давить их не будут. Вот, сделал себе такие кормушки. Искал такие кормушки, чтобы перепелам не нужно было высовывать голову из клетки. И нашел. Это просто пятишка, разрезанная пополам и перевернутая. Кому будет интересно, я в дальнейшем сниму отдельный обзор этой кормушки. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.